Подготовка к службе в армии со школьной скамьи. В Старомосковье начались военно-полевые сборы. 150 десятиклассников местных школ, прошедшие медицинское освидетельствование, отправились в оздоровительный лагерь «Радуга». Но не для того, чтобы отдыхать, а для того, чтобы практиковать и оттачивать полученные на уроках ОБЖ знания и навыки. Строевая физическая подготовка, стрельба из пневматического оружия, сборка-разборка автомата Калашникова. Завтра к нам приезжают два военно-патриотических клуба «Каскад» и «Омега». В программе их занятий передвижение на поле боя, одиночно и строем, передвижение с оружием в руках, без оружия в руках, парашютно-десантная подготовка. Будут висеть на подвесной системе, учиться управлять парашютом. Два дня полевых сборов – это ни много ни мало боевое крещение. Ребята смогут понять и почувствовать, что ожидает их в армии. Проверить, готовы ли они к тяготам несения службы в рядах вооруженных сил.